Всем привет, дорогие друзья и просто зрители моего канала, с вами снова я, Вайнран, и сегодня, друзья, мы с вами пройдем какую-нибудь карту, ну не какую-нибудь, которая называется Дроппер, и давайте посмотрим мы в лобби, что это такое. Тут пишет вот этот, наверное, парень, кто создал эту карту, что его рекорд 12 смертей, да, то есть тут нам надо, наверное, будет много умирать. Так, вот, создал Дамба, это за Дроппер, Дамба Окта, ну, короче, окей. Правила простые, я уверен в этом. F1 надо нажимать, тут можно этому повеселитесь и все такое, и геймплей. Хочу порекомендовать вам сайт gamestru.ru. Здесь можно выиграть реальные деньги, открывая кейсы. Все зависит от вашей удачи, а выигранные деньги можно вывести на Kiwi или WebMoney. На сайте имеется лайф-лента последних выигрышей. Также можно перейти на их страницу в ВК и узнать, действительно ли они вывели эти деньги. Ссылка на сайт в описании. Давайте нажмем, и это 10 уровень или что это? А, ну это нам, наверное, все, короче, уровни показывают. Тут он синий, какой-то фиолетовый, я не знаю, тут, короче, дерево какое-то или что это. Ну, это нам, наверное, все карты показывают, которые здесь есть. И здесь всего 10 уровней, я так понял, да? Ого, нифига себе! Воу! Это на самом деле очень прикольно. Я так понимаю, нам надо идти сюда, и здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, да, действительно, 10 уровней, и давайте пойдем сюда. Это первый уровень, very easy, то есть очень легко. А, ну да, я вон вижу уже, тихо, да, все. Very easy, да, говорите? Ну я это понял. Так, ладно, я просто давно в Дроппер не играл, и... Я могу очень сильно тупить, друзья, поэтому не надо меня кидать тапками и все такое. Ну да, это было на самом деле очень легко, просто я как-то тупанул. Ну, короче, это было легко. Давайте идем дальше, второй уровень открылся. Ну что ж, давайте пойдем в него. Так, ну что же, заходим, и тоже очень легкий уровень. Так, воу, облака, полегче. Так, как тут убрать-то детали? И вот, все, выключил. Very easy, да? Это вода там, интересно? А, вон она, да. Ну, видимо, я точно его рекорд не побью, потому что у меня будет очень много смертей. Так, давайте попробуем нам сюда, потом сюда. И опа, отлично, со второго раза. И первую, и вторую карту, да, то есть второй уровень, и первый мы прошли с вами со второго раза. У нас открылся третий уровень, и это какой-то редстоун. Ну, погнали. Это уже изи, то есть не very easy, а просто изи. Так, надо еще, наверное, прорисовку поставить, да, чтобы нам было все. Ага, вон она, водичка, давай. Ну, блин, я не хочу умирать, я хочу выиграть. Так, ладно, вроде прямо лечу пока, да. О, отлично, замечательно. Опять же, со второго раза. У меня, знаете, как-то так получается, что все со второго раза. Ну, не суть. Уже открылся четвертый уровень, и это какой-то храм, наверное. Ну, сейчас посмотрим. Так, четвертый уровень, и уже нормальный. Видимо, на последних уровнях там будет... Чего? Куда мне надо? Я не понимаю. Подожди. Как это пройти? Нет, куда? Я не понимаю, куда мне надо падать. Тут, когда, кстати, респавнишься, почему-то, знаете, так какие-то пролаги есть. Я не знаю, с чем это связано. Так. Давай. О, здравствуй. Так, давай. Да, я прошел, отлично. У меня уже 12 смертей. Это что, наковальня такие белые? Ничего себе! Так, ладно, давайте пойдем и закончим этот уже уровень. Ладно, это было сложно. Я боюсь представить, что будет на последних уровнях. И это, походу, будет вообще жесть какая-то. Ладно, нормальный уровень сложности. И... А, ну, тут, в принципе, не так уж сложно. Наверное, я надеюсь. Я вижу там водичку просто. Это сложно. Ладно, я признаюсь, это сложно. А я вообще сейчас воду не вижу, если что. Я вообще воду не видел, просто так летел. Так, ой, зачем я прыгнул, даже не цели, знаете? Так... Как это пройти, блин? Я не люблю дропперы. Ну, я как бы любил давно, очень давно, но сейчас я их не очень люблю. Ладно, давайте вот сейчас надо вот сюда прыгнуть, и теперь надо вот так вот. А, так тут можно, короче, прыгнуть, смотрите, и прямо на водичку, вот, во, все, водичка. Водичка, жди меня. Какой же я жесткий. А, в скобочках нет. Ну ладно, этот уровень мы с вами тоже прошли.
Это достаточно быстрые дропперы, но я уверен, что в конце будет просто жесть. Так, это какой-то ад, да? О, уже хард идет. Ё-мо... Чего? В смысле? Надо сейчас угадать, куда прыгать мне или что? Ну это вообще, это жесть. Ну блин, автор, понятно, знаете, знает, куда прыгать и все, и понятно, 12 смертей у него будет. Вот тут вот, смотрите, уже 2 смерти сделал из-за того, что я просто не знаю, куда прыгать. Вот автор, конечно, вообще. А потом куда? Куда потом-то? Ладно, сюда я понял, это второй. Потом, может, сюда опять? Нет, ладно. Будем сейчас крестики-нолики играть. Ну, гоучу. Так. Ну, блин, мне кажется, все равно сюда надо, потому что, ну, логично было бы, правильно? Тут еще, знаете, надо вот так вот, потом так. Сколько я здесь времени потрачу, у меня вопрос. Понятно, замечательно, просто. Нам надо каким-то боком, каким-то макаром туда попасть. Я не представляю себе, как я это сделаю вообще. Так, ну давайте попробуем. Так, потом, давай... 26 смертей уже, ну это вообще, в какие ворота не лезет. Давай, давай, давай. Второе, первое, потом это. Я уверен, что второе, первое, ну, второе, первое, потом, ой, второе, четвертое и первое. Второе, 2, 4, 1. Смотрите, запоминайте, 2, 4, 1. 2, 4, 3, значит. О, у меня полсердечка. Что? Что? У меня защита к огню, поэтому я могу это читерить немного. 2-4. Даже 2-4-1. А дальше куда? Дальше куда, я не знаю, сюда. Серьезно? Как? Ладно, давайте еще раз. 2-4. Ну, блин, я тогда прямо туда попал. Ну, что за фигня? Ну, я не знаю, это вообще 2-4-1. Нет, там 2-4-4 получается, да? Давайте посмотрим. Я не помню просто. 2-4-4. А потом... А потом в третью. Ладно, короче, сейчас. 2-4. Ладно, все, 2-4-4-3. 2-4-4-3. Сейчас проверяем. 2-4-4. Я забыл, что надо падать, ладно. Но это уже полегче. Но я все равно тут очень много раз фейлился, поэтому. Так, потом сюда. Потом вот так вот. Как я должен в эту маленькую пипирку попасть? Ну я не понимаю. Так, давай. Пошел, давай. Так, давай. Я прошел. Просто без... О, тут сундук. Блин, ну ладно, короче, без лишних слов я прошел. Я не знаю, это был сложный уровень для меня. Я реально боюсь, что будет дальше. Так, 7 уровень, это у нас какой-то лазуритный или еще какой-то хард. Ага, это... Ух, блин, как я попал... Да. Мне кажется, надо вон в ту, вот в третью штучку падать. Это реально очень сложно, друзья. Не знаю, сами попробуйте потом в дроппер поиграть. Это реально сложно. Ну, по крайней мере, для меня это сложно. Я не знаю, я просто дурак. Я просто, знаете, беру, разгоняюсь, начинаю падать и... Опа. Я читер. Так, ладно, я понял тактику. Смотрите, нам надо в кольцо. В кольцо сюда, потом между булок. Вон, видите, там это, вода была. Сейчас все будет. Сейчас будет мясо. Так, надо к нашему кальмару, короче, смотрите, надо сюда прыгать, потом потихоньку. Ладно, смотрите, еще раз повторяю, показываю, да? Вот так вот, вот. А, как вам, а? Это, кстати, рыбки. Ну-ка. Опа, все, нажали в глаз рыбе и идем дальше. Но этот уровень был полегче того, потому что это очень жесткий был. Так, это у нас мир края, very hard. А потом будет very, very hard, да? Так, ладно. Не, ну не. Блин. Так, ладно, давайте еще раз попробуем. Я понял концепцию. Подожди, а дальше куда? Ну вот я тут типа упаду, а дальше-то куда? Куда дальше-то?
Не, вот здесь сложно. Вот тут-то я еще могу что-то себе там. Конечно, могу. Нифига я не могу, блин, это сложно. Я не знаю вообще, как эти карты кто-то может проходить. Это же вообще очень сложно. А представьте, да, вот на серверах разных, там же тоже есть, как там люди мучаются. Там, не, например, не я один человек, а там все мучаются. И просто все вот так вот падают и сдыхают. Это вообще просто, я не знаю, что. Кто придумал дропперы в Майнкрафте вообще, я не знаю. Ну, не, мини-гейм, конечно, классно. Тут надо просто координацию, наверное, хорошую иметь. Ну и вообще реакцию. Ну, реакция тут сильно не зависит, потому что ты как бы просто падаешь, тебе надо траекторию высчитать, да? Как я вот прямо сейчас делаю. Вы все можете это заметить, как я это умею делать. На самом деле, просто, знаете, беру, разбегаюсь и все. Так, давай. О, тут тоже, кстати, вода есть. Давайте сюда, давайте. О, я прошел, наконец-то. Фу, вот это было потно. Представьте, тут, кстати, тоже вода была. Я там ее не заметил. Я все время туда пытался, а сейчас сюда и получилось. Так, ну что же, мы прошли с вами какой? 8 уровень и еще 2 осталось. Ну, давайте пройдем эти 2 уровня. Это инсейн, это вообще, типа, невозможно. А на 10-м будет просто very... А где вода? А, собственно, а где тут вода? Мне кажется, она где-то вообще запрятана. К фигам. Так, ладно, давайте почтерим немножко с вами. Вот так. А, тут вообще дофига падать. Охренеть. Вы видите, сколько здесь падать? Это вообще просто жесть какая-то. Я не знаю, я это не пройду. Ребят, давайте попыток 20-30. Если я не пройду, ну, я буду читерить, потому что, ну, это очень сильно жестко. И, ну, ё-моё, как это пройти-то? Ё-моё вообще. Так, ну, я вижу там... Ага, надо к краешку стремиться, то есть мы здесь падаем. Каким-то образом мы должны это пройти, я не знаю каким. А, давайте вот когда будет 120 у меня смертей, тогда, ну, я читерю, потому что, ну, я не знаю, как я это буду проходить. Я это буду дня 2 проходить, но не знаю. Так, давай. Ладно, попробую без оптифайна, как я только что сделал, так, наверное, попроще будет. Хотя, нифигашеньки подобного... Так, а потом там еще какие-то дырки, еще там, блин, я не знаю. Я хочу посмотреть на 10 уровень, если это такое сложное, то на 10 я вообще не могу представить, что там будет. Там, наверное, все вместе, ой, мне кажется, реально там все вместе уровни взяты будут. Хотя, ну ладно, надо будет посмотреть реально. Так, отлично, залагала, все отлагала, спасибо большое. Так, куда здесь? Так, ну ладно, я пытался. Я, кстати, почти пролетел. Я только в дырочку не попал. Да. Так, вон вот сюда. Так. Где вода? Да, господи, я не вижу воду. Ну, какого хрена? Я почти, кстати, долетаю уже, но не совсем почти. Почти, но не почти. Как-то так, знаете. А, кстати, не. Я думал, знаете, можно потихонечку спрыгнуть. Если зачтить... я допрыгнул, блин, а я хочу сундучок взять. Я пошел паркурить за... Какого хрена, что за лаги? Какого здесь фига лаги? А, наверное, потому что здесь прорисовка большая стоит, да? Ну ладно, не суть, так, сундучок. Ну ладно, нет, его можно достать, но там по-любому ничего не будет. Ну, если там что-то будет, так, ладно, давайте посмотрим, потому что заинтриговало меня. Да... Пошел в попу сундук. Все, давайте посмотрим на 10 уровень. И я уже очень сильно устал. Так, давайте посмотрим. И это инсейн последний уровень. И... Ну, блин, я здесь вообще ничего не вижу. Вы посмотрите, это жесть какая-то. Ладно, давайте сюда. Ага, нормально вообще. Тут нифигашеньки не видно. Реально, вот просто я не понимаю, куда я лечу. То есть вы смотрите, а ничего не видно. Воду видно. Я видел воду. Мне кажется, этот уровень будет полегче того, что был. Ну, ладно, сейчас мы поживем, узнаем. Точнее, поиграем, узнаем. О, кстати, мне урон не нанесся. А сейчас нанесся. Фигово. Надо, короче, сразу прыгать и вот так. Оба, видели, какой читер? Так, давайте, мне кажется, надо вот сюда нам. Вот сюда. Потом труды. Что, блин? Так, ладно, сейчас я себя убью. А не, нормально. Так, давайте вот сюда, потом вот так вот, давай вот сюда, потом, нет, я нечаянно, я сорвался, я руфер, все, полетел мне, все, пипец мне, так,
Я видел там воду, я видел ее, я почти до нее доплыл, долетел, конечно. Давайте попробуем еще несколько 10 раз, давайте вот до 155 смертей, если нет, то я попробую хотя бы в геймоде пролететь, ну, чтобы не сдыхать там, короче, где упаду, там продолжим, потому что это очень жестко. Короче, друзья, я реально уже не могу, я вообще просто устал, и давайте реально попробуем хотя бы в геймоде пройти, потому что, ну, друзья, это очень сложно, я вот тут, короче, уже просто падаю, да, нормально я, вон, видите, как, оба, так, ну вот, я просто, смотрите, я вот до этого места все время долетаю, и здесь умираю, я не знаю, каким образом, то есть, и все, я как бы прошел, да, надо вот так сделать. А вот, друзья, я, короче, прошел, вот я просто запись забыл включить, но я прошел, да, вот так вот все делают, на самом деле, большинство, так, чуть тут за стульчики, чё, как ты тут, может, тут есть какие-то пасхалочки, не, пасхалок нету, так, ну, that tickles, хе-хе, that tickles, что? Ух, ладно, это уже другая рубрика, так, ладно. Ну все, мы с вами прошли, надеюсь, или тут еще какие-то есть уровни? Level complete. Red click for celebration. О, ну-ка. Ну-ка, что за звуки? Воу, что это такое? Сейчас это взорвется еще, да? Взорвись. Ну взорвись же, это все. Continue to the arena. Что? Right click for villager. Франк. Призма. Что? Тут что-то еще есть? Босс файт. 3, 2, 1. Файт. Здравствуйте. О! Да ну вас нафиг! Как я его должен убивать? Автор... Так, ну-ка, иди нафиг от меня. А ну, пошел нафиг. Ладно, друзья, пока я убегаю от него, я хочу с вами попрощаться. Друзья, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Нет, пожалуйста, нет. Друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите ваши комментарии. С вами был я, Вайнран. До скорых встреч. Пока, все быстро выключаю. Ну, нафиг.